Привет, народ Ютуба. Принесли планшет. Как видите, трещина имеется. Что ж тут не работает? Не работает здесь. USB. Вы тут наблюдаете микро-USB? Я не наблюдаю. Короче, все внутренности вывалили. Поэтому сейчас будем что-то ему делать. Что ему делать? Ему надо вскрывать. Сейчас повскрываем. Так, тут одного шурупа нету, смотрю. Один еще остался. Если бы вскрывалось не здесь, а из-под стекла, я бы за него не брался, так как стекло уже треснутое. Говорит, что тачскрин работает, но я проверить не могу, потому что батарея уже настолько посажена. Походу, оно уже вскрывалось. Так, тут у нас динамик. Добро. Что у нас здесь? Вот она батарея, видите. Батарея уже отключена. Сейчас просмотрим, насколько жива батарея. Все, антенна Wi-Fi. Так, проверяем напряжение. Ребята, я вообще ничего не вижу. Батарея вообще полностью сдохла. Реально сдохло полностью. По нолям. Вообще ничего нету. Придется, блин, реанимацией заниматься. Вроде не вздутая. Надеюсь, блин, живая. Раскручиваем, да? Запоминаем, где что. Смотрю, даже шурупы ржавые. Остальное все на скотче. Держится. Динамики извлекли. Шлейфы все отключил, извлек. Сейчас попробую показать. Вот он, USB. Пусто. Вывалили, вовнутрь выдавили, я так понимаю. Так и внутри. А вот он, я его нашел. Вот он. Хорошо выдавили. Наверное, не заряжался. Они его туда тыкали. Может, еще что-то. История умалчивает. Разве признаются они в этом? Так, ладно, пока мы USB отложим в сторону. Надо посмотреть, что с батареей можно сделать. Извлек это чудо. Теперь осталось найти что-то подобное. Так, нашел. Я смотрю, тут крепления двойные. Вот тут одинарное. Ну, получается как-то вот такое. Теперь можно все это дело установить на место. Сейчас буду пробовать. Все это дело садить.
Примерно так должно выглядеть. Площадку подготовил. Теперь можно садить. Ну, как-то так должно выглядеть. Осталось только припаять. Паять будем паяльником или феном. Да, включать микроскоп и паять под микроскопом. Показать пока не могу, к сожалению. Оборудование еще не все собрал до кучи, так сказать. Так, по-моему, припаял. Сейчас попробую показать. Криво немножко, да. Сейчас еще чуть-чуть олова добавлю. По краям, смотрю, не очень. Да, одновременно и показывать, смотреть самому. Не очень удобно. Надо, короче, делать нормальный электронный увеличитель. Тогда будет все нормально. Все проецировать на экран. Тогда будет намного лучше. Ну, вот как-то так получилось. Тут-то так припаял. Сейчас будем пробовать. Так, попробуем. Что у нас получилось тут? 3,7, 3,6. Нормально завелся. Уже хорошо. Теперь будем собирать. Все как было. А я не помню, как было. Кому тебе? Так и сюда. Давай вот отсюда. Сюда. Чтобы кнопки попали. Все попало. Вот хивачки совмещаются. Попадаем в свои места. 20-20. Ничего, все на свои места. Шум поддержится. Что-то будет. Все подоцениваем, что прибыло. Возвращаемся на свои законные места. В общем и все, практически все вернули на свои места. Этот динамик мы потом поставим. Вроде все, основное мы поставили. Сейчас поставлю фишку питания.
аккумулятор практически как бы не совсем зарядился. Но все-таки попробуем. Есть, заработал. Что нам показывает? Ну давай, прогружайся. Сейчас заодно подготовлю на зарядку его. Пускай пока грузится. Так, включился айфончик. Ну, вроде работает. Батарея 3%. Блин, сейчас надо быстренько на зарядку ставить. Заодно нам покажет, все ли мы сделали правильно. Так, ну вижу, зарядка пошла. Да, он видно. Ну, показываем, батарея сдохла. Как скатилась. Ну, видно, что зарядка пошла. Краешек. Ладненько, сейчас подождем немножко, посмотрим, как процесс будет зарядки идти. Ну, вот, в общем, видно. Напряжение 5,28, да. И ток 0,9, ну, почти 1 ампер кушает. Процесс идет. Пускай заряжается. Я думаю, на этом можно завершить наше видео, так как мы, в общем, все сделали.